цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Мне всегда радостно, когда у нас дни бренда Always, потому что мне нравится, что у них много комплектов бывает, много комбинаторик вот таких различных, много тех вещей, которые, ну, вы знаете, может быть, стилист справится, например, да, найти такой вот комплектность, поискать, по магазинам походить, а вот так вот запросто, да, кому-нибудь отправиться в магазин и выбрать такой комплект, ну, пожалуй, нет, тем более, что и цена будет, знаешь, негуманная, я больше чем уверена. Поэтому вот сегодня у нас есть еще один комплект, который выбрала для себя я. И в этом комплекте у нас с вами, посмотрите, совершенно шикарный блуза, кардиган, рубашка, если хотите, вот такая длинная, из шифона. И плюс в комплекте вы получаете кружевной топ. Вот все вместе, это и есть наш с вами образ. Все подобрано уже за вас. Здесь есть блуза, здесь есть кардиган. Два в одном, по одной супер цене, менее чем 3000 рублей. Давайте посмотрим на цвета, которые мы вам предлагаем сегодня. Лер, ты выбираешь темно-синий, правильно? Темно-синий, да. У нас, посмотрите, есть еще какие комплектации. Например, розовый. Вот я вам хочу показать эти обе вещи сразу. Вот что вы получите. Вы получите вот такую эффектную рубашку из шифона, посмотрите, с кружевной по спинке кокеткой. И вы получите вот такой шикарный топ, полноценный топ, причем он даже двойной по передней полочке, то есть это такая, ну, нарядная блуза самостоятельная. Так, отлично. Этот цвет в заказе назывался розовый. Дальше цвет желтый. Далее цвет, который на заказе будет называться бирюза. Кстати, такой мятный цвет. Далее да, цвет голубой. Посмотрите, здесь вообще красивейшее сочетание. Далее цвет наш любимый, мой любимый уже у Always, люблю именно серый цвет. Здесь интересные очень в кружеве вкрапления голубые. И черный цвет. Посмотрите, какая красота. Настоящая торжественная вещь в вашем гардеробе. Лер, как ты для себя и для девчонок размеры подбирала? Расскажи. Знаешь, мы выбрали эти комплекты на размер побольше. И вот почему. Здесь в данном случае, смотрите, какая особенность. Топ у нас с вами эластичный, мягкий, а вот кардиган у нас с вами, или рубашка, если хотите, из шифона. Шифон материал не эластичный, материал такой достаточно изящный, да, благородный. Поэтому нельзя, чтобы этот материал был в дефиците. Поэтому мы выбираем с вами на размер больше, чтобы наверняка получить комфорт. Слушай, я обожаю такие разлетайки, такие рубашки, они прям сразу дают уверенность в себе. Вот если вдруг прохладно, да, куда-то пойти хочется на торжество, накинь на себя кардиган и, пожалуйста, наслаждайтесь. Вот она и свобода, и уверенность в себе. Ну или более эффектный образ создать, да, более сложный, многослойный, например. Да? Опять-таки на такое платье мы кардиган представляем, а вот кардиган-рубашку, ну, вряд ли. Давайте-ка посмотрим на топ еще с вами поближе, уделим ему внимание, он этого заслуживает. Во-первых, топ у нас с вами, посмотрите, как я и говорила, по передней полочке двойной. То есть у нас с вами здесь кружево, а внутри основной материал. Вот он, этот самый подклад. То есть топ не просвечивает, что сразу же дает бонус бренду Always. Топ эластичный, поэтому посадка идеальная вам обеспечена. И посмотрите, он с выточками. Вот я за это обожаю просто бренд Always, потому что любой другой бренд, да, вот как мы привыкли в магазинах масс-маркета, ну, наверняка бы на этом сэкономил. Это дополнительная, между прочим, деталь в крое, это дополнительная деталь в лекалах. Зачем? Затем, чтобы сидела она с вами безупречно. Вот так вот бренд Always относится к нам, ну, с душой, я бы сказала, да? До 62 размера, напоминаю, 7 цветов на выбор и прекрасное сочетание с брюками. Лер, как твои брючки называются? Брюки называются Алфея, и это и мой выбор, и выбор Татьяны Бабуровой. Посмотрите, причем обращаю ваше внимание, вот, например, на ее комплект. Посмотрите, серый дымчатый цвет нашего комплекта отлично сочетается с брюками цвета баклажан, и получается такой очень интересный эффектный образ. Классика черная и красная, буквально как у Стендаля, да, у нас сегодня на нашей Татьяне Крицкой, и юбка эфра, которая есть в наличии. Ну и на мне сегодня синий цвет, и темно-синие брюки, и более светлый синий комплект. Здесь я для себя выбираю. Знаете, я хочу сейчас порекомендовать этот комплект вот кому. Мамам и бабушкам невест, женихов, если вам предстоит торжество. Вы знаете, у нас принято выбирать нарядные платья, принято выбирать, ну, какие-то такие вещи, в которых вы единожды придете на торжество, да, а потом, собственно, куда их надеть, непонятно. Все запомнили вещь,
обязывающее. Вот посмотрите, если вы выберете вот такой вариант, во-первых, вы будете выделяться из толпы, потому что уж наверняка будете выглядеть необычно, с юбкой или брюками совершенно неважно. Во-вторых, и топ, и кардиган-рубашка вы потом с удовольствием будете носить отдельно. Слушай, если пройтись по магазинам, 3000 рублей будет стоить один такой кардиган. Хотя я не уверена, мне кажется, даже дороже. Больше, Арина, я тебе могу сказать прям точно, потому что я на днях решила обновить гардероб. Да. Я по зиме погорячилась, почистила его так, да, что у меня осталось 30% всего. Так вот, начала ревизию сайтов, потому что скидки, потому что распродажи, подумала я. Но что-то могу тебе сказать. Вот такая рубашка без топа, просто одна рубашка. Самый минимум, который я нашла, это было порядка 3500 рублей. Вот только одна рубашка. А под нее надо найти топ, а под нее надо найти комплект, а ее нужно чем-то украсить еще, для того, чтобы она приобрела такой эффектный образ. Здесь все есть, все придумано, все готово. Можно, собственно, ничего даже не дополнять. Но единственное, что есть смысл дополнить, это, мне кажется, восхищенные взгляды окружающих, потому что помимо эффектного образа, как видите, вы еще приобретаете совершенно невероятную стройность. Слушай, они еще и такие, все такое легкое, все такое воздушное. Действительно, я себя чувствую, по крайней мере, так на пару размеров постройнее, похудевшей, как считаешь? Мне кажется, такой эффект создается за счет шифона, да, и за счет того, что все-таки у нас здесь разная длина получается в нашей тунике, в блузе этой. Да, у нас здесь с вами шифон, и причем шифон, как вы видите, еще и в варианте приталенного кроя, да, а это всегда, посмотрите, возможность вытянуть силуэт, это всегда возможность закрыть здесь какие-то особенности, сделать фигуру легче. Зона галифе спрятана у нас здесь с вами, причем есть еще, обращаю ваше внимание, высокие разрезы, это для обладательниц пышных бедер, и на вас будет хорошо сидеть. Это возможность у нас с вами закрыть руку и ее полноту или возрастные изменения рукавом. Кстати, рукав, посмотрите, тоже очень широкий. За счет этого абсолютно всем будет комфортно в этом. Да, конечно же, рубашечный ворот идет всем, удлиняет шею, выглядит всегда очень эффектно.